Мобильный оператор Йота объявил об изменениях на некоторых архивных тарифах для смартфона, а также об изменении стоимости отправки СМС на номер 900. Начнем с последнего, так как тут все понятно. СМС на номер Сбербанка 900 станет платным и будет тарифицироваться по условиям стандартных сообщений. А теперь перейдем к изменениям на архивных тарифных планах. На каких же тарифах ожидаются изменения? Тарифы безлимитной линейки, к которым можно было подключиться до 25 января 2017 года. Тарифы с пакетом интернета 0 ГБ и некоторые тарифы линейки, к которым можно было подключиться до 21 июня 2019 года. А какие именно изменения – секрет. Вернее, в новости на сайте и техподдержкой предлагается самостоятельно изучить документы с условиями предоставления тарифов, в которых прописаны все условия, и непонятно, что это – сейчас или с 8 октября. В техподдержке предложили назвать свой номер, чтобы предоставить полный список изменений именно по нему, но я уже завязал с Йотой. Один из подписчиков предоставил скриншот с СМС, в котором есть ссылка на изменения именно для его тарифа. Помимо платных СМС на номер 900, указано, что стоимость пакета Йота повысится на 20 рублей. Всем абонентам, которых затронут изменения на архивных тарифах, уже отправлены или вскоре будут отправлены СМС-уведомления, в которых указано, какие именно условия будут изменены. Также будет присутствовать ссылка на изменения. Если вам не сложно, скопируйте текст СМС или адрес ссылки и опубликуйте его в комментарии к данному видео. Это поможет понять общую картину изменений с 8 октября 2019 года на тарифах Йота. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.